правильно понимаешь? Правильно! Кристина! Иди в дом! Отпусти Костю. Я сказал, иди домой! А, привет. Ты уже проснулась? Это Костя. Открой мне гараж. Вот, поешь. Пошли вы все! Будешь отказываться от еды, подохнешь прямо здесь. И поверь мне, никто об этом не узнает. Это был твой завтрак. Теперь жди ужина. Питание у тебя двухразовое. Кристина. Вот тебе благодарность за твою доброту. Сколько волка не корми, а все равно... Я бы хотела тебя посмотреть на цепи. Хорошо. Давай-ка все обсудим. Ну, начало обнадеживающее. У меня что, появилось право еще что-нибудь обсуждать с вами? Я тебя отпущу. Но ты должен довести лечение Кристины до конца. Как вы это себе представляете? А мне не надо представлять. Ты этим успешно занимался до своего побега. Ой, я не буду читать вам лекции о проблемах лечения наркомании. Да не надо, не читай. Я наблюдал за Кристиной во время ломок. Но это не лечение. Ее по-хорошему надо наблюдать в наркологической клинике. Нужны специалисты. Нарколог это раз. И психиатр. Или очень хороший психотерапевт. Вот такой подход к вашей проблеме называется лечением. А все остальное это профанация. Константин, ядреныч, ты или дурак, или блаженный. Я тебе предлагаю выход из твоего практически безнадежного положения. А ты этот выход закрываешь. Я врач. На что ты намекаешь? Что ты давал клятву Гиппократа? Да. Намекаю. И там написано. Не навреди. Фух. Я тебе сказал все. Думай. Твоя жизнь в твоих руках. А что будет, если... Если я откажусь? Очень плохо. В лучшем для тебя случае я тебя шлепну сам. А в худшем отдам Чечеву. Уж он-то покуражится от души. Вот так вот, Константин. Ключи от машины давай. До обеда побудешь здесь. Смотри, чтоб Кристина к гаражу не подходила.
Ключ от гаража дадите? Он тебе не нужен. Привет, Кристина.